построили новое крыльцо у нашего подъезда, нашей парадной. У нас не подъезды, у нас парадные. Вообще построили вот такую площадку. Явно не детская площадка. Вот. Иду как-то ночью, с собакой гуляю. Замечу, дела все свои собаки здесь собака сделала. Ну, иду. Прохожу вот мимо как раз вот этой вот беседки. Здесь сидят алкаши. Бухают. Мне говорят: че, блядь, собака сюда? Но собака большая, я бы не стал дергаться. Вы ее видели. Я бы не стал орать на человека с собакой размером с овчарку. Нифига я разжурел. Я уже не влажу просто в кадр. Чем я хорошо. На солнце, наверное, плюс 35. В тени плюс 29. Шикарно. Лето.